Обратиться в общественную приемную партии «Единая Россия» может любой житель района, но по предварительной записи. На этот раз прием вел председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Вопросы, задаваемые чиновнику, относятся к различным областям нашей жизни. И, как отметил сам Игорь Юрьевич, это своеобразный социологический опрос о том, что сейчас волнует россиян. А это, по словам чиновника, в первую очередь ЖКХ. Меняем систему подходов управления жилищно-коммунальным хозяйством. Прошли определенный период времени, отрезок, и сейчас эта работа продолжается в рамках государственной программы развития жилищно-коммунального хозяйства, в рамках принятых федеральных законов, региональных. Наводим порядок. Так навести порядок попросила Валентина Зайцева. Проживая на Петровском проезде, она решает жилищно-коммунальные вопросы уже третий год. Протечка канализации, как следствие, вздутые полы, да еще и регулярные перебои с электричеством. Сюда я первый раз обратилась. Это самый высокий чин, к кому я обращаюсь. Надеетесь на решение? Надеюсь. Еще одним из популярных вопросов у населения Игорь Юрьевич считает здравоохранение. Все, что связано со здоровьем человека, он всегда актуален. И люди идут и по этому вопросу, связанному с льготными препаратами. Слава Богу, последние 2 года мы выделили большое количество средств для решения этого вопроса. И обслуживание в наших поликлиниках тоже было очень много нареканий. Работаем на это. Нехватка специалистов. Опять же, вопрос, который решаем совместно с главами муниципальных образований за счет бюджета регионального, муниципального. Флюра Авдеева выступила с предложением проводить на школьных стадионах утренние зарядки с целью привлечения детей к спорту и формированию здорового мышления. Игорь Брынцалов уверил, заявление каждого гражданина встает на контроль как с датой обращения, так и с датой исполнения. Екатерина Шенышева, Владимир Бежонов, Видное ТВ.